И всем привет, с вами Александр Навасов. Сегодня я играю в Hitman 2016, и сегодня я пройду вторую миссию компании «Нулевой пациент». Так, выбираем, значит, в тайнике опять мы берем все, что мы брали. Так, здесь берем это. Я не знаю, если не будет лагать, то будет все нормально. Если будет лагать, то будет, конечно, посложнее играть. Здесь опять же берем костюм наш, то, что мне нравится, например, в тайнике почему-то не показался. Странно. Теперь... А. Так. Скрытое оружие. В смысле скрытое оружие. А, то есть... Ладно. То есть это у нас будет. Окей. Играть. То есть, если в тайнике, то у нас этого оружия нету. А если оно не в тайнике, то есть, если мы ее берем себе, то в тайнике ничего не будет. Ладно. Так, сейчас загрузится. Так. Ну вот. Все. В общем, коротко об этой миссии. Так как я ее проходил, я уже знаю, что проходить. Поэтому подписывайтесь на канал, и мы начинаем прохождение второй миссии этой игры. Все. Мы начинаем. Надеюсь, у меня с первого раза пройдется. One of your two targets will have it in their possession. It will be something small and easily moved. Do be careful with it, though. Good hunting. Так. Да, что-то залагало уже, ладно. Не важно. Так, перепрыгиваем сразу уже. Я даже. Так, мне куда идти вообще? Я забыл, куда идти. Ждем охрану. Пока она там ходит, не ходит. Так, постоим у мотоциклов, потому что пока что я все делаю правильно. Так, ну а теперь бежим. Так, смотрим, у нас там этот мужик будет стоять. Ну так как... Так, нам нужно убить только одну цель, и вторая цель находится... Я забыл где. По-моему, она где-то была. Где-то была. Точно не помню где. Ладно. Здесь мы перепрыгиваем. Я пока что не знаю, если честно, где вторая цель. Вот он там. В доме. А в дом пока что я не побегу. Так. Значит, у нас должен вы... Какой-то челка. Вот он пришел. Ну, с этими-то мы, надеюсь, разберемся. Нет. Тут еще один должен походу выйти. А, нет, это он и есть. Это он и есть. Нет, не он. Или это он? Наверное, это не он. Это вот какой-то ходит. Seriously? Breaking up with me via a text message. Ладно. Я не знаю, разобраться с ними уже или там чел выйдет какой-то. Ах ты, ладно, не получилось, ладно. Мы проходим так, как с первого раза, так что, наверное, нет смысла. Так. Ладно. Раз убили, то убили, ладно. Окей. Короче, ну нахрен. Не пойду я туда, сразу пойду по делу. Механизмы никакие не включаем. Стоит чисто, сейчас будет.
сейчас. Так. Вот какой чел бежит. Так, там должно быть вот. Идут. Сейчас посмотрим. Okay, people, this is a security announcement. Please... Это security. Тихо, тихо. Тихо. Я успел. Security, security, security. Минус один security, ладно. Не особо мне что-то хочется с пистолетом сегодня бегать. Ну ладно. Двоих я точно не вольну. Понятно, я. Ладно. Но тех-то я вольнуть смогу, нет? Кто там стоит? Или это не важно? Это важно. Бежим, 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 бежим. Убегаем, 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 убегаем. А я не могу дверь закрыть. А-а-а. Ну ладно. Так, а чё, они вообще не заметили, что ли? Им вообще пофиг, что ли? Не, здесь какие-то стоят охранники. А там? Те ушли куда-то? Ребят, вы куда ушли? Так, вот. Здесь какие-то люди стоят. Тихо, 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 тихо. Да, тварь, тварь. Сейчас. Так. Помешал мне эта дверь, конечно. Ну ладно, если бы не дверь, то я, конечно, бы убежал уже. Так, он побежал за мной. Это его глупость, это его просто глупость. Потому что я его сразу... Пошли дальше. Вот какие-то эти. Это миссия, как бы... Я тут все понимаю, просто... О! Какой-то мужик. В каком-то костюме. Прикольно. Так, ладно. Тут я со всеми разобрался, идем сюда. Тут, получается, тайник где-то. Здесь у нас... А, нет, это не тайник, это мы здесь прячемся. Прячемся, да. Я думал, что это тайник, я просто не прятался. Так. Ладно, здесь я со всеми разобрался, там дверь не открывается. Так. Ладно, здесь ничего нету. Так, здесь все. Еще уходим сюда. Еще уже близко к этим. А здесь меня никто не спалит. А, спалит. Ну вот как так? Ну как так? Ладно. Повтор. Ладно, сейчас повторю. Сейчас повторю, может, получится. Я если честно, не знаю. Так. Так, заново получается. Давайте заново. Только на этот раз я буду использовать пистолет тогда уже. Так, сразу иду сюда. Значит, дальше я иду куда? Дальше я иду сюда. Тихо, здесь я вот... Твою мать. Так. Сюда я выбираю сразу пистолет Ника.
Ладно, не получилось. Не получилось. Ладно. Сейчас попробуем еще кое-что. Сейчас попробуем пройти. Так, ладно. Надеюсь, сейчас у меня все получится. Да? Так. Перепрыгиваю. Ну не лагай, давай. Так. Если туда я не могу попасть сразу, потому что там дофига охранников, то я сделаю так, как я сделал в первый раз. И побегу просто туда, куда... Туда, короче. Так, этот зашел. Значит, мне надо сюда. Так. Так, одного. Так. Мы ждем, ждем. Нет! Нет, нет! Мы выиграем. Давай, давай. Уже второе, третье подбежал. Конец будет. Нате, нате. Просто я думал уже все, а что-то меня убьет. Так. Я не туда побежал. Я не туда побежал. Я просто не туда побежал. Кем бой? Нет никого. Так, лом. Если бы был бы лом, я бы там еще что-то мог сделать. Так. Так, пока тебе бегут, я пока возьму этого чела и просто его выброшу. Давай, подходи. Ходи. Тебе конец. Минус один. А, не так сделал. Ладно, блин, не ту кнопку нажал. Просто не ту кнопку нажал. Сори, сори. Хотела бы выбросить, короче, не получилось. Ладно, еще получится. Давай, заходи. I'll find you. Don't you worry. Right over there. Да блин, да не так сделал я опять. Ну ладно. Хоть как-то. Что такое постоянно? Ладно. Так, Б. Сюда я избавляться так. Перепрыгивать не буду сразу так. Так,
пошли. Б. И избавиться. Так, здесь все. Здесь я всех поубивал. Теперь можно спокойно здесь отсюда сваливать. Чё, куда мне бежать-то? Куда я спри... А, вот. Давай, 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 надо добраться, Тихо, быстрей, быстрей. А, чё, он пошёл, он не пошёл. Ждем. Ну хотя с ним и по-другому можно разобраться, ну ладно. Давай, заходи. Там еще какой-то остров с маяком. Давай, заходи. Не заходит. Побежал или пошел? Че? Он уходит. Так, ладно, сделаю по-другому. Сразу, значит, запрыгиваю. Так, здесь, так. Пистолет убираем. Ну, или берем. Так, дальше. Бежим сюда. Так, он спустился, он все уже. Так, сюда мы спрыгнуть не можем. Вот, там один валяется уже. Просто... Я уже за тебя, ты чё? Ничего не понимаю. Ничего не знаю. Так. Кем замечено? Никто не видел. Вы чё? Так. Ладно. О, эти здесь? Эти... Так, тихо. Так. Ну куда? Я не туда пошел. Блин, не туда пошел. Так, вот так. Давайте, забегайте. Забегайте. Давай. Так. Хоп! Одного. Так. И побежали тогда туда. Уже туда, на место. Так, это туда надо. Так. Все. Бежим туда. Так, дальше идем сюда. Блин, да залагал опять. О, он здесь уже, все. Ах ты. Я его просто уже... Просто минусовал. Вот он стоит, наш этот чел, которого мы должны убить. Ну и чё? Охранники. А, чё, ему повели уже? Давайте. Видите? Минусовал. Давайте, ну делайте, что хотите. Мне все равно не убить. Он один. Что ты один против меня сделаешь? Давай. Ну забегай. Давай, я хочу с тобой поворотиться.
На. На. Все. Здесь нигде карты нету. Вот заметила камера наблюдения, ну, что? Такое прям дело, ладно. Так, здесь я все взял. Так, ладно. Right there, he's right there. Теперь спокойно ждем, даже не ждем, можно уже все заходить сразу. Пусть они делают, что хотят. Вот и все, сразу разобрался. Че, по мне еще кто-то стреляет? Че? That is renowned literature critic Mike Vogt. He will certainly have an invitation to read. Oh, wait, you just did that! Are you out of your mind? That hit really hard! Куда надо? А, вот туда. Точно. Чё, а где дверь? А где дверь? Я забываю тут. 47, the targets are heading for the meeting now. Вот она, дверь. Давай, зайди. Давай, выходите. Я как раз туда зайду. Выйдите. А, они пошли через низ. Через что? Цель уже здесь. Я просто вот... Я не знаю, я уже все. Ага. Это самая просто... Самая простая, самая такая. И побежали за ним, просто вот. Потому что делать нефиг. Просто побежали за ним. Залагало. Тронов у нас еще достаточно. А что, куда? А, вот он туда побежал. Эй, чувак, ты куда побежал? Встретились. Хоп. Пошли. Закрываем дверь. Она открывается. Тогда этого чела надо вынести отсюда. Давайте я брошу, может, по-моему. Залагал что-то. О, нормально. Залагал, а вот такой выходит. А! Опять! Переть, как я. Как. А стоп, а как я выйду?
Алло, как я выйду? Да ну нахрен мне эта отвертка. Заберите. А где он? 47. Make sure you retrieve the viral weapon before leaving. Да ладно. Можно сюда как-то. Вот, все, можно выйти, да. Все, все нормально. You got this? Then you want me to help out or... Over there! No. What? Help me! Bullshit! You're gonna burn in hell for that, bitch. I'll have a team ready to take possession of the weaponized virus. Теперь уходим просто. Do be careful. Бой? All objectives с кем? Good work. А что? Нет! Нет! Да ладно. Ладно, считайте, я прошел, в общем. Потому что я уже все. Я прошел. Считайте. Ну ладно. Не получилось, но я прошел. Ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи и всем пока.